Друзья, мы не могли не зайти на соседний дилершип Теслы и посмотрели Model Y, тут одну, другую, третью, разных цветов. Парнишка Salesperson симпатичный попался такой. И кроме нас тут вообще никого нет, на самом деле. Ну и, короче, мы посмотрели, и Света говорит, знаешь что, мужик, говорит, а давай ты нам отключишь вот эту функцию педали по возвращению электроэнергии в систему, и мы просто поедем, как на обычной машине. Я поеду, Света поедет, и мы вот со Светой поездим. Мы обсудили возможности цветов. Оказывается, в Model Y только два цвета есть в салоне. Это черный и белый, другого ничего нет. Вот. И вот это белое... Model Y decal. Да, вот эта вот белая полосочка, она еще бывает у них под дерево, но ужасно вид имеет. И вот нам продавец говорит, возьми, говорит, за десятку, говорит, на Амазоне люди продаются. Ну что, друзья, не удержались мы и отправились на еще один тест-драйв, но уже с нормально отрегулированными по старинке педалями, значит, газа и тормоза. То есть у меня теперь нормальные две педали, как я привык. Ну-ка, а если мы наподдадим... Ой, Миша, страшно! Не надо, Миш, не надо! Все, друзья, мы абсолютно не беспредельщики, нормальные. Экстремисты. Просто никого нет впереди, вот ты видишь, ну, покажи людям, чтобы они видели, никого нет. Ты лучше сделай, вот, чтобы он автоматически ехал, что? Вот это меня интересует. А здесь не среди кого автоматически ничего, ехать? Ничего, да, все, пусть едет, вот он едет вот сам. Вот он едет сам. Ты вообще ничего не жмешь? Я вообще просто ничего не... Просто держи руки. Я держу руль. Вот, зеленый светофор? Он показывает, что светофоры зеленые. Света, я вообще не могу ни за чем следить, только за дорогой. Вот следи только за дорогой, а я буду следить за всем остальным. Вот он показывает, что едут машины. Машин немного, он показывает. Скажи, Света, почему сейчас намного более комфортабельно, чем вот мы вчера это делали? Что во-первых, произошло? Это второй раз, а не первый раз. Так. Уже ты подготовлен к этому. Да. А во-вторых, тебе переделали педали, ты так сильно так, не напрягаешься. Сейчас нужно остановиться. Он сам остановился? Сам, я ни при чем. О, классно, так. Вот это классно. Покажи на меня, чтобы все видели, что я напряжен. Друзья, а вот ты в темноте, тебя не видно на светлом фоне. Ну, видно так чуть-чуть. Так, ну и ладно. Ну, на самом деле, я скажу так. Сиденья меня здесь устраивают по сравнению сиденья с хорошие, всеми машинами. Да, а сиденья хорошие. С панелью мы вопрос решим. Да, там, вот. Оказывается, есть много всяких украшений. Там, на да, можно дела. Все но сделать. Но я тебе скажу, меня черный цвет абсолютно устраивает. Чтобы только горячо не было. Знаешь? Абсолютно. Я не знаю, там, может быть... Ой, это она сама, что ли, поехала? Ну да. Ну как-то, да, зеленая. Как-то, знаете, да. Так у тебя нога там есть место рядом поставить, да? Света, пока она стоит на пятке и ждет своего часа. А там есть куда ее просто поставить, чтобы она не напрягалась? Ну, конечно, можно на пол поставить. Вот. Значит, мы поставили снова Портнов в Computer School. Надо сказать, что вот этот дилершип... Он к Портнов в Computer School раза в два ближе, чем так, тот, вот он показывает, где мы были вчера. Да нет, нормально, сам идет. Я тут просто за руль держу, чтобы он уже ко мне претензий не имел. Надо сказать, что если в прошлый раз, вчера, держание рук на руле меня напрягало чрезвычайно, то сейчас я просто понял, я просто сижу и все. То есть ничем не отличается от обычной езды, кроме того, что я крутить его не должен. То есть поначалу я думаю, как тебя должен отпустить, схватить, он что-то мне командует, я как-то мной недовольный, понимаешь, там эти вот электронные братья, а сейчас нет, сейчас вроде... Вот интересно, как он свернет, как он адрес прочитает, и куда он сам свернет. Адрес, он дойдет до адреса. Ой, выключился. Он не выключается, просто коснись пальчиком, да, и да, ничего я не говори. Да. Вот, значит, он дойдет до адреса, но сообразит ли он заехать ну-ка во двор, Света? Вот давай смотреть, Подожди, мы еще не подъехали. Да вот же уже подъехал, вот Портнов Computer School, так, уже написано. Наверное, нужно мне уже взять управление на себя, Света, и все-таки, знаешь, уже все-таки заехать куда положено, а не просто ой, так. А ну да, оно отключилось, мне кажется. Все, я теперь сам веду, вот, я помигал. Вот мы заехали на Портнов Computer School. Так, вот. Теперь, Света, ты хочешь попробовать поводить? Да, но я боюсь, мне нужен пустой паркинг-лот. А мы тебя сейчас вот на пустой паркинг-лот и довезем. Вот, там же нету барьерчиков, там просто пустой. Там, безусловно, есть барьерчики, но ты умеешь водить машину. Друзья, Света у нас, чтоб вы знали, большой водитель. Да уж, конечно. Но, во всяком случае, она неоднократно и в большом количестве.
Да ладно, что ты выдумываешь? Ну, знаешь, что ты можешь делать? Ты можешь объехать вот паркинг вот, вот с той стороны и так далее. Давай мы... Так ты постави ее на стоп. Мы ее ставим на стоп. Вот я ее поставил на стоп. Теперь я могу открыть ее. Мы с тобой меняемся. Друзья, мы меняемся. Вы узнаете все паркинг Портнов Computer School. Вот. И сейчас мы со Светой меняемся. Меняемся. Так, давай. Мадемуазель, прошу вас. А я буду снимать уже, друзья. Я буду снимать. Это то, что я давно, много и неплохо, в общем-то, делаю. С учетом обстоятельств. Давай, Света. Так, мне надо тогда захлопывай. Тоже под меня сделать все то же самое. Послушай сюда. Ты ездишь по двору, не мучься. Мне далеко, я же даже до педали не достаю. А, ты хочешь подвинуть кресло вперед? Ну да. Ну, хотя... честно сказать, я не знаю, как это сделать, но... Я знаю, ты знаешь, как в Мерседесе то же самое, да. Подвигайся вперед, друзья. Так, значит, это газ, несложно. Это тормоз, да? Да. Значит, ты делаешь драйв и поехала. А, драйв... Нет, подожди, что такое? Что-то он говорит о... А, карточка. Он говорит, что-то... Карта, значит, tap key card. А как ее tap? Ага, все, надо ее вставить туда было. Давай, значит, drive, поехали. Ремень не пристегнул. Так, друзья, все нам тут расскажут. Тебе надо тоже пристегнуть. За меня я не уверен. Пристегнуть за меня она пока не жалуется. Он показывает, что у тебя не пристегнут. Туда ты держи камеру, друзья. Никому из нас не позволено быть без ремня. Так, ремень тут, конечно, высоко, если только я сиденье не подниму выше. Свечи, давай ты пока не будешь. Для езды по двору ты поедешь так. Давай. Все, машина перестала с нас что-то требовать. Поехали. Так, ну вот езжай направо. Едет, как обычная тачка. То есть я не могу сказать, что она чем-то отличается от Lexus, от Mercedes, от Toyota. Вот в таком плане она ездит и... Скажи, что-то ты можешь сказать что-то? Ну, сидеть не очень удобно, тут под меня не подогнано, но, в принципе... Я говорю про вождение. Вождение отличное, хорошо идет. Ну, вот смотри, с точки зрения шума, я слышу все равно шум дороги. Так, тихо, давай помолчим, друзья, и послушаем. Так. Безусловно, это не шум дороги, это шум вентилятора. Нет. Остановись, вообще остановись. Тихо, стоим. Так, идем. Ну, шум не нулевой, но вообще практически, дороги, практически бесшумная. А куда ты едешь, Светик? Ну, я по двору объезжу. А, окей, хорошо. Так, я не могу сказать, чтобы пол... Вот мне говорили там ребята, что пол как-то вибрирует, вообще трясется. Подвеска жесткая, 100%. Но сиденье мягкое, причем очень интересно. Я вчера сидела сзади, а сегодня сижу спереди. Да. Значит, сзади оно гораздо жестче сиденье, не такое комфортное. Спереди удобно куда сидеть. Куда ты едешь? А выезжай. Нет, зайчик, ты же выбрал этот путь. А я тогда развернусь. Да. Так, окей, давай заодно посмотрим, как разворачивается. Так... Вот в этом здании, друзья, шикарный, давай, вверх будет R, оп, пожалуйста, едем назад. Вот в этом здании был шикарный такой спортивный бар, ах, а сейчас какая-то айтишная компания, снесли, перестроили, испортили Кремниевую долину. Так, а если я здесь поставлю на автоматическую, она будет ехать так или нет? Света, ты же не поставила destination, куда же ей ехать. Для того, чтобы ехала автоматически, надо сказать, куда. Ну, могу я ее водить, эту машину, нормально по все. Габаритам тебе как, вот, допустим? Отлично, она как моя, в один, никаких проблем с ней нету. Так. Отличная машина. Значит, то есть ты хочешь сказать, что мы сегодня лучше себя чувствуем просто потому, что не второй раз? Я думаю, да.
Так, ну что, вот тут красиво. Она, конечно, все равно продолжает быть аскетичной, в том смысле, что ничего такого тут, тут в нее вот нету. Вот я тебе скажу. Вот я тебе сейчас просто скажу. Да. Я не знаю, там мне нужно сесть посмотреть на эти стикеры. Но есть... дело в том, что вся аскетичность или не аскетичность этих машин, да. Да, заключается в том, что в наших машинах все вот эти панели, они сделаны с понтом под рояльную такую полированное дерево, да. А здесь оно какая-то чиповая пластмасса. Но... вот, друзья, вы видите, что такое вот это под дерево. Это уже даже чиповая пластмасса, друзья, это комплимент. Но вчера даже такой не было. Я тебе скажу, Свет, вот если мы про интерьер говорим, да, я тебе скажу, что мне нравится черный цвет. Он сказал так, мужик, значит, мы его спросили. Здесь вот замша какая-то, видишь, даже для ткань какая-то, да. Значит, я ему говорю, послушай, почему так? Цвет ткани же не влияет на цену ее производства. Почему за одну берут сверху 2000, там, скажем, за белую берут сверху 2000? Он говорит, на самом деле это не так, говорит он, это другая ткань. Она намного более стойкая. И он говорит, вот у меня машина, он говорит, я когда-то платил за это 2000, и я не жалею. Но сейчас, он говорит, уже не 2000, а 1500. Ты знаешь, вот 1500 мы услышали от парня, и мы не услышали больше ни от кого. То есть, всюду пишут 2, пишут, что несколько, 3 цвета, а на самом деле 2, пишут, что там... Так, ты готова вот, заплатить лишние там 1500 штуки, чтобы было белым? Потому что мне например, это очень нравится. Нет, смотри, ну? Вопрос в том, как, если мы ее берем, да. То каким образом берем? Если мы берем в лиз ее... На 3 года. На 3 Он, года. Очень интересное условие. Лиз, ее можно взять в лиз, нам объяснили, но ее нельзя выкупить. То есть, вот ты берешь ее... Это выброшенные деньги, как бы, за 3 года. Ну, выкупить, допустим, ты наездил меньше миль, чем ты планировал, да? Да. И рыночная цена этой машины выше. Да. Ты этой рыночной цены уже не получишь. То есть, ты ее отдаешь, ну, и ну, в общем, мы подумаем. Мы подумаем, еще есть над чем думать. Единственное, что надо еще с людьми посоветоваться по поводу салона. Да. Одно дело, salesperson тебе говорит, что она не нагревается, а другое дело, тебе люди говорят, бери белую, потому что она нагревается. Ну, человек, работающий в Тесле, сказал, да. Что надо брать белую. Да. Да. Он говорит, не жалей. Но нам сказали, что эта белая, она очень чистая, к ней ничего не цепляется, что ты можешь ее чернилами, вином, чем угодно, она отмывается и остается такой же белой. Вот так бы. Ну, это salesperson говорит. Это salesperson, который хочет просто продать. Хорошо, Света, мы меняемся местами. Да, мы меняемся. С точки зрения внешней, да, вот эта машина, она такой темно-серый цвет, но немножко с таким люксом. Внутри? Нет, снаружи. Снаружи она черная. А, мы сели на черную. Мы сели на черную. То есть вот та серая, которую мы смотрели, да. Она все-таки самый лучший из них цвет. Очень симпатичная, да. Очень симпатичная. Я тебе скажу так. Я бы взял красную, но не так, чтобы за нее 2000 платить. Вот это я... Вот ты когда в магазине покупаешь краску, забор красить, там разве цена зависит от цвета? Не зависит. Не зависит. Ну вот эта серая, она нормальная, все равно за нее доплачивать надо, потому что у нее только белая без доплаты идет. А за серую надо штуку платить? Да. Может быть, белую взять, и все, она точно не будет так сильно нагреваться. Белый красивый очень. Они раньше же брали деньги за белый, а потом все так хотели белый, они сделали его базовым. Но мне вот белый как-то чисто вот на душу, он не родной, и салон белый не родной. Вот этот салон гораздо более приятный. Может быть, если взять белую снаружи, так можно и салон черный взять? Может быть так, да. Может быть так, тогда он будет поблагороднее. Здесь в общем, друзья, вы видите, какие сюда, проблемы. Слышь, наклеить сюда стикер, сюда наклеить стикер, потому что говорит, что сюда кладут все, и эта штука царапает, то есть все равно ее нужно стикером как-то... Вот здесь царапается? Да, он говорит, что наклеивают стикер, чтобы ее не царапать, да? И оно у тебя будет красивое, типа полированное. Сюда наклеить будет красиво полированное, не будет виден этот дешевый пластик и все. Ну, хорошо, значит... Я думаю, что мы давай тогда поменяемся местами и поедем обратно на дилершип. Да. Ну что, друзья, вот мы возвращаем машину обратно. Вот у меня, слышите, тут пощелкивает. Я делал левый поворот, значит, нажал рычажок. А как отбиться от этого левого поворота, я не знаю. Что-то он продолжает тут мигать. Может, кнопочку нажать? Ну, какую, Света? Я бы с радостью нажал даже... В торце нету кнопочки? В торце есть кнопочка, она вот делает, пожалуйста, вот... Кнопочка есть. Так, ну уже почти приехали. Ну, Света, уметь надо, друзья. Даже такая простая вещь, как вот дворники. Может, его еще раз нажать? Нет, не берет. Ладно, едем. Ну, что сказать, Свет, давай. Какие-то... Ты проводила немножко машинку. Так, вот здесь нам нужно вот налево и заехать на Теслу. А, точно, вот уже у них, да. Да. Дилершип. Ну, что скажешь? Ну, я не знаю, из того, что мы сегодня видели, это наиболее приемлемое что-то. Хорошо, значит, у Светы такие, знаете, стремления, она говорит, а давай прямо сейчас ее оформим.
Я думаю, если это прямо сейчас мы не будем. Знаешь почему? Потому что мы тем самым лишим себя возможности еще на что-то посмотреть. Ну, а у нас еще фактически весь февраль, весь март и весь апрель. У нас есть почти 3 месяца. И машины эти делаются у нас тут во Фримонте, тут 10 минут, ну, 20. Вот. Так что в любой момент можно пойти и взять. Сюда заехать. Отсюда, да, думаешь? Да, да. Это наш паренек, нет? Не знаю, да? Да. Спроси у него, как этот выключить. Он уже сам вот выключился. Сюда? Нет, но сейчас-то он выключил, но тебе надо знать, как выключить. Нет, ты так не впишешься. Я, конечно, так не впишусь, Света, но я впишусь так, как я обычно вписываюсь. Я все-таки уже 30 лет за рулем, да? Как-то привык вписываться-то, уже вписываться-то привык. И она хорошо управляется, надо сказать. Вот я прекрасно вписался. Окей. Так. Да, значит, карточка здесь. Надо ему будет отдать карточку. Что ты делаешь здесь? Я хочу посмотреть, на чем она стоит. Она стоит на крип. Стоит на крип, хорошо. Ладно, друзья, мы с вами приехали. Вот у нас там этот дилершип. Прощаемся.